Двое больны, 17 человек под наблюдением в больницах, 464 на домашнем карантине. В региональном Минздраве рассказали о ситуации по коронавирусу в Прикамье. По словам замминистра, состояние здоровья двух жителей края, зараженных вирусом COVID-19, удовлетворительное. Оба пациента находятся в боксированных палатах инфекционной клинической, краевой клинической больницы. На сегодняшний день состояние пациентов удовлетворительное. У молодого человека ранее выявлено жалоб практически никаких нет. У пациентки легкие небольшие жалобы на периодический кашель, боли в горле, першение в горле. Вчера были, кроме подтверждения на коронавирусную инфекцию, были проведены все необходимые клинические исследования, дополнительно сделана рентгенография. Никаких изменений в легких у пациентов не выявлено. Отметим, что оба заболевших вернулись в Пермь одним и тем же рейсом в ночь на 11 марта. Кстати, в аэропорту Перми начали использовать экспресс-тесты на коронавирус. Как сообщает Минздрав, сотрудники, проверяющие прилетающих граждан, обучены брать первичные пробы. При этом продолжается проверка температуры пассажиров при помощи тепловизора. В связи с введенным в Прикамье режимом повышенной готовности, Минздрав разъяснил порядок обследования на COVID-19. Оно назначается медработниками в следующих случаях. Первое. Прибытие из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов. Второе. Наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по COVID-19. Третье. Наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. В частных медицинских организациях исследования не проводятся. Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена. Врачи также напоминают, что жителям Пермского края, вернувшимся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Германии, Испании и Франции, необходимо находиться в режиме домашней изоляции 14 дней. Это инкубационный период заболевания. Сообщить о своем прибытии можно с 8 утра до 8 вечера по номеру телефона горячей линии регионального Минздрава, который сейчас на экране.